Все, я не буду больше на таких дебилов отвлекаться, ну капец просто. Ну блять, челик в донатах ноется, что я могу поделать? Я во время стрима не отвлекаюсь, я вот сейчас на твой донат отвлекся, который мне нафиг не нужен. И все, а потом ты из-за таких дурачков разоблачения принесешь. Идет по морю Саня, словно впереди акула. Нужно стрелять, чтоб наша лодка там не потонула. Гарпун заряжен мой, и выстрел будет точно в цель. Рыба вздыхает, но от душу вынесла на мель. Идет по морю Саня, словно впереди акула. Нужно стрелять, чтоб наша лодка там не потонула. Гарпун заряжен мой, и выстрел будет точно в цель. Рыба вздыхает, но от душу вынесла на мель. Привет, шалом, мы перевернули рыбу вверх ногами. Ведь тебе закинули бабло, но ты не пропиарил. Я достаю из рюкзака Дэдпула две катаны. Котлеты рыбные, а также жареный Виталий. Акулье мясо очень горькое, на вкус кусаю. Мясо с кровью там пульсирует, акулий пульс. Если ты будешь рыпаться, я сделаю еще один укус. Хотя внутри не будет крови, ведь ты напрочь пуст. Вот именно поэтому некоторые каналы, которые закидывают под конец уже, по этой причине я тебя вчера не пропиарил. Мне важнее сейчас кубки пуши, чем каналы пиарить. Это как дополнительная фигня. Качок Виталий ходит в зал и тянет к лисе штангу. Мечтает, чтобы пися стала трехметровым шлангом. Саня Слон включает трек, и тебе стало жарко. Запомни, ты не рыба, просто уличная шавка. В ночи я слышу голос твой, Виталя, Виталя. А утром ты услышишь мой, кидала, кидала. Гарпун заряжен мой, и выстрел будет точно в цель. Рыба вздыхает, но от душу вынесла на мель. Потому что я не сужу успешность стрима от количества купленных пиаров и от количества заработанных денег.